да, надо нести пианино, улыбаясь. Грузчик — это самая престижная профессия. Самая оплачиваемая. Лучшая профессия. О чем дума думается? О ней. О ней? Да. О ком? Догадайся, о ком. О женщине? Я о ней всегда думаю. Понимаю. Это ее наковальня зовут? Это как положить, а там как уже... Женщина, понимаешь? Так надоест. Перевернешь, опять покуешь. Ты не пишешь, надеюсь. Вчерашней публики. Мне кажется, великолепно, великолепно. Очень-очень теплые, очень эмоциональные, очень понимающие люди. Я думаю, что они вышли из спектакля, ну, не знаю, там, с вдохновением таким. Горящими глазами, мне кажется. Да, 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 абсолютно. Они зарядились от нас очень здорово. Вот. И нас зарядили в том числе. Интересно поучаствовать. И поучаствовать.
приходите. И поучаствовать интересно. Не пожалеете. Точно не пожалеете. Спасибо актерскому составу. Не ходите на спектакль. Спектакль? Говорят, классный. Идет сюда. Игорь! О! Тут я. О, тут прям это... Кто-то сидит, музыку слушает? Да, тут кто-то сидит и музыку слушает. За кулисами, как оказалось. Вот это я удачно зашел. Я голодна. Как дела? Замечательно. Готовимся. Меняем внешний вид. С красавицы на чудовище. Да. На пьяницу. Несмотря на то, что тяжелая сцена, настроение всех хорошее. Ну, сейчас красоту смоем, настроение испортится. Сейчас. Да, я думаю, не испортится. Вот. Но все равно красиво. А куда деть эту красоту-то? И не пропьешь ее точно. Ладно, я пошла выкидывать. Не могу с вами не согласиться. Евгений. И это может только радовать. Вас, настоящих мужчин. Давайте же обойдем каждую до единой. Давайте же. Ты хочешь спросить, как он воспитан? Попреследовать Юрия. И я открою секрет, почему я за вами иду. Да? Пока вы не скажете что-нибудь. А в Deutsch? Хорошее или плохое? Ich verstehe kein Russisch, bitte. English. Меня с самого коридора и выдал меня перед зрителями, что я русскоговорящий. Страшно, он деньги заплатил, все понятно. Какое творчество? Я вас тоже могу на свой гадж. Все вместе и душа на месте. Кто? О, это вообще. Репортер Шребиков.